Застройщик здесь Азия Иншаат строит уже в Мерсине очень давно и строит как раз-таки такие комплексы, которые подходят, ну, просто для тех, кто вообще не хочет заморачиваться. Ну что, здравствуйте! Давайте теперь познакомимся с данным комплексом, по которому я так много вам рассказывала. Застройщик здесь Азия Иншаат строит уже в Мерсине очень давно и строит как раз-таки такие комплексы, которые подходят, ну, просто для тех, кто вообще не хочет заморачиваться в плане обстановки мебелью, посуды и так далее. Приехал и живи. Данный комплекс считается Таатель-Эф, что с перевода на русский вводится как «дом отдыха». Строится он в формате пятизвездочного отеля. Комплекс будет полностью обставлен. Давайте сначала начнем по территории. Я вам все расскажу, что у нас тут есть на территории комплекса, что будет, чего не будет и так далее. Начнем отсюда. Территория у нас есть открытая, вот такая вот. Здесь на территории комплекса имеется открытый бассейн, два бассейна, один с аквапарком, один детский. Полностью на территории будут выставлены шезлонги. Также шезлонги будут выставлены и здесь, но и можно возможно, и будут просто столики для завтрака. Очень хорошо, вот с таким прекрасным видом. Территория полностью озелененная. Также с этой стороны имеется бассейн, и вот он детский, и там уже глубокий бассейн. В комплексе три блока, в одной площадке две квартиры. Квартиры планировки 2+1. Полностью мебелированные, вплоть до ложек, вилок, тарелок и картин. Все квартиры полностью будут мебелированы одинаково. Далее, на крыше в каждом блоке у нас будут установлены хамам, сауна, также зона для барбекю и открытая джакузи. Просто представляете, да, вы приехали отдыхать со своей семьей, делаете там мангал, ваши дети прыскаются там в джакузи. Очень классно. Это все будет работать именно в летний период. В зимний период вы можете ходить в закрытую, потому что здесь имеется закрытый бассейн, также там имеется сауна, хамам и джакузи. Все то же самое, что там, есть внизу. Сразу предупреждаю, данный комплекс больше подходит для тех, кто просто приезжает отдыхать, не для постоянного места жительства, потому что данный район является туристическим. Вне сезона здесь практически ничего не работает. Конечно же, здесь у них имеется свой ресторан, который будет работать круглогодично. Свой магазин, в котором цены будут точно такие же, как и во всех магазинах. Не так, как, например, в отеле, когда вы живете, цены сумасшедшие. Нет, здесь будет это все контролироваться, все цены. Также здесь получается, вот, обратите внимание. Что здесь будет вокруг? Будут еще какие-то парки? Смотрите, вокруг будет просто озелененная закрытая территория. Каких-либо парков здесь нету, но у них есть своя территория 30 гектаров в сторону гор. Как раз-таки там у вас будет место для пикника. Будут создаваться кружки для похода в горы. Также здесь будет гольф-площадка большая. Вот, обратите внимание, смотрите, вот такая вот большая территория именно для гольфа. Будут вот для пикника места, походы именно в горы. Для детей будут вот созданы такие мини-зоопарки маленькие. А как далеко находится это? Отсюда это находится примерно 4 километра. Ну, как вы будете туда добираться? Вас будет туда возить трансфер. У них есть свой трансфер. Этот трансфер будет вас возить не только в горы, но и на пляж. У них есть свой пляж, закрытый, да, в который никого никто не пускает. Там будет стоять, там стоят шезлонги. Мы на него тоже прокатимся, я вам его покажу. Там имеется закрытый дайв-клуб. Именно для дайвинга, только для вас. Ну, конечно, если кто-то там хочет, это будет люксовый закрытый клуб. Вот, и также там будут все, всяко разные вот такие вот развлекушки. Вот. А, вот трансфер я вижу. Да, вот такой вот трансфер VIP будет ездить. Это, получается, ваш пляж. Он будет закрыт, и туда пропускают только по браслетам. Также
Также в горах у них будут расположены вот такие вот бунгало, в которые вы можете забронировать, поехать туда либо на завтрак, либо вообще остаться там на ночевку со своей семьей. Ну да, маленький мини-зоопарк. А эти вещи, они все отдельно оплачиваются? Нет, или... это все входит в стоимость Айдата. Айдат вы здесь оплачиваете, ну, на сегодняшний день планирует Айдат поставить 500-600 лир. Но это тоже, конечно, все будет пересматриваться. Так, что касаемо сдачи в аренду. Например, если вы не живете здесь, например, в этом году вы не хотите ехать в Мерси, например, отдыхать, вы хотите куда-то в другое место, вы можете сдавать в аренду свою квартиру. Каким образом? Грубо говоря, они сдают на неделю вашу квартиру. 70-75% ваши, 20-25 ихние, там уже будут в зависимости все от договоренности, как они там сделают договор. Ну, грубо говоря, плюс-минус до 80% это будет ваше за сдачу вашей квартиры, 20-25 это уходит как раз-таки на обслуживание комплекса, на завтраки и так далее. Вот, гарантию застройщик дает. Минимум 5 лет он спокойно будет сдавать вам аренду, приносить вам 30 тысяч. Если даже не сдает, он в любом случае дает вам 30 тысяч лир в месяц. Это именно в сезон. Нет, это только на сезон. Сезон начинается у нас с июня, с начала июня до ноября месяца. Полностью за эти месяца он дает вам гарантию, что будет приносить вам доходность 30 тысяч лир. 5-6 месяцев. Да, 5-6 месяцев плюс-минус в год. Сейчас мы поедем, получается, посмотрим пляж. Я вам покажу их пляж, до которого вас будет довозить именно наш трансфер. А сколько квартир? Каждый блок поделен на 3 подъезда. В каждом подъезде на одной площадке по 2 квартиры. Это 2 плюс 1 и 1 плюс 1? Все только 2 плюс 1. Очень хорошие планировки, да. Теперь пойдемте посмотрим саму квартиру. Я вам покажу. После пойдем на море. Пойдемте. Итак, здравствуйте, добро пожаловать в квартиру. Здравствуйте. Проходите. Квартира, планировки 2 плюс 1. Как я и говорила, все, что вы видите в этой квартире, вплоть до чашек, ложек, тарелок и стаканов, входит уже в стоимость. Все квартиры будут оставлены вот именно таким же образом. Здесь у нас получается вот такая вот большая гостиная, совместная с кухней. Кухня у нас, вся техника, все оборудование, посуда, вплоть до вот таких вот кастрюль, все также входит в стоимость. Здесь у нас получается ложки, вилки, тарелки. Посудомоечная машина фирмы Altus, чайник фирмы Altus. Микроволновая печь, также получается духовой шкаф. Все это полностью, представляете, входит в стоимость. Вплоть до картин. Картины также в каждой квартире одинаковые. Все полностью, и шторы, и жалюзи. Это все уже входит и будет у вас за вас обставлено. Данный застройщик строит именно так. Он всегда переживает за ваше время и за ваши деньги. Потому что, как бы, когда покупается это все оптом, соответственно, это дешевле выходит его жильцам. И в стоимость оно уже как бы подешевле выйдет. Вплоть до люстра, споты, все полностью обдумано. Посмотрите, какой хороший здесь зал. В зале есть 2 дивана, 1 кресло, большой хороший телевизор, кондиционер. Общий в квартире 3 кондиционера. В каждой комнате по 1 кондиционеру. Здесь большая и на спальнях уже поменьше. Здесь, получается, идет 18-й кондиционер, а в спальнях на 9-ке. Теперь давайте перейдем на балкон. Посмотрите, какой здесь огромный балкон. И вот с таким потрясающим видом. Вы представляете, вы здесь поставили себе качельку, сидите, наблюдаете, пьете кофе. Какой кайф! Я прям вместе с вами здесь уже посидела и отдохнула. Итак, вот такая вот красивая у вас здесь, такой красивый у вас здесь вид не только на море, но и на территорию комплекса. Теперь пойдемте дальше.
Посмотрим, что у нас есть там. На полу у нас лежит плитка, керамогранит, ковры также входят в стоимость. Вот такой вот Симонс большой холодильник, вместительный. На стенах уже обклеены обои, картины. Здесь у нас получается первый санузел. Санузел не маленький, качество сантехники очень хорошее. Уже установлен бойлер, это водонагреватель, стиральная машинка фирмы Altus. С этой стороны большая вместительная душевая кабина. Да, душевая машина. Поместится даже два человека. Теперь пойдемте дальше. Здесь у нас родительская спальня. Родительская спальня большая, просторная. На потолках у нас споты. Имеется кондиционер. Кондиционер у нас девятка. С этой стороны у нас душевая с санузлом. Душевая также большая и просторная. А здесь вот на горы, да? Да, получается, со спален выходит вид на горы. В родительской спальне имеется вот такой вот технический балкон. Здесь как раз-таки у вас будут стоять блоки для кондиционеров. И вот такой красивый, потрясающий вид на горы. Да, получается, в квартире имеется стоимость, входит два телевизора. Один расположен в зале, как я показывала, большой, и второй в родительской спальне. Также, смотрите, здесь имеется шкаф. На шкафу будут ставиться замки. Почему? Помните, я вам говорила, что данный комплекс, данные квартиры, когда вы здесь не живете, вы их можете сдавать в аренду. Полностью, как говорится, под ответственность управляющей компании. Вы здесь закрываете свои, к вам приходит помощница, помогает собирать вам ваши вещи, подушки, одеяла и так далее. И все это складывается сюда и закрывается. А, то, что я могу оставить? Да, конечно, вы это можете оставить, оно будет здесь закрыто. Никто это не трогает, за все это несет ответственность администрация управляющей компании. Также, что еще? Здесь даже застройщик предусмотрел для вас сейф. Например, вы уехали, даже не сдаете никому. Все, что у вас есть ценное, вы можете оставить здесь. Даже об этом он подумал. Теперь пойдемте дальше. Здесь у нас детская комната, детская спальня, она небольшая, как обычно. Для телевизора? И там шкафу телевизора? Нет, в комплектацию входят именно два телевизора. Они изначально рассчитывали на три, потом передумали и решили поставить два. Этого будет вполне достаточно. Здесь получается вот спальня для двоих детей, в принципе, подходит. Есть гардеробный шкаф, с этой стороны у нас установлен уже кондиционер, а два плюса – девяточка. Вид из окна выходит также на горы. Вот такой потрясающий вид. Пойдемте дальше. Идем. Итак, обратите внимание, что на площадке всего лишь две квартиры. И застройщик предусмотрел, что чаще всего у нас в Турции делают огромные такие холлы и маленькие квартиры. Здесь наоборот, здесь маленький холл на две квартиры, один лифт. Все, и вот такая вот большая квартира. Вот и все, обзор квартиры закончен, пойдемте дальше. Итак, смотрите, здесь получается, помимо того, что имеется пляж, здесь можно остановиться, как в отеле. Посмотрите, обратите внимание, квартира 1 плюс 1, здесь небольшой зал, имеется балкончик, все полностью обставлено, имеется маленький холодильник, мебель, техника, кондиционеры. Можно снимать. Если вы не хотите там у себя спать, можете снять здесь в аренду квартиру на неделю, посуточно, как вам будет удобно. Также, если брать в аренду, завтрак и ужин входят в стоимость. Здесь душевая кабина и санузел. Пойдемте посмотрим, какое здесь море.
Итак, смотрите, получается, для жильцов комплекса, для тех, кто арендует в этом комплексе квартиры, шезлонги бесплатные и все вот эти вот развлекухи, все это бесплатно. Это входит, как говорится, в ваш айдат. Но может и такое, как бы есть люди, которые сюда приезжают просто искупаться на пляже. Для них вход на этот пляж 200 лир. Для вас это идет только, ну вот, по меню. Что вы заказываете и то, ну что такое. 20 лир жареная картошка фри. Ну вообще ни о чем. Цены экономичные. Специально для своих клиентов. А также здесь, как я и показала ранее, здесь имеется, можно приехать и снять в этом отеле номер. А в сутки аренда этого номера идет от 900 лир до 1500. Конечно же, это все зависит от вида из вашего окна. 1500 это вот как раз таки вот эти вот, с выходом на пляж, с потрясающим видом на море. А здесь получается ежедневно. Отсюда вы тут не только плаваете, также вы ездите на яхтах, вас возят в сторону Кыскалеси, там немного покатались, покрутились. Где-то пару часов в сутки, в день вы можете кататься на яхте. Не только плавать, также заниматься дайвингом здесь, на этом пляже. У них будут свои дайвинг-тренеры, так что скучно вам здесь никогда не будет. Шат! Тихо, сейчас я запишу конец. Самый большой таракан. Ну так что? Я думаю, что вам очень понравился наш обзор. Сразу говорю честно, данные люди, которые присутствуют в нашем видеообзоре, они не являются клиентами, но мы решили сделать именно в таком формате данное видео данного комплекса. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить наши новые видеообзоры. С вами было агентство недвижимости Well Homes и я, Анастасия. До скорых встреч. Пока-пока.